В эти выходные на Магаданской площади состоится полумарафон-забег. Чтобы поучаствовать в состязании, у магаданцев должен быть специальный допуск от врача. Как выяснилось на заседании правительства Магаданской области, у спортсменов забега возникают проблемы со осмотром врачей. Ему надо получить кардиограмму, значит, или заключение кардиографа. Говорит, мало ли, что ты сегодня сдашь, мы еще считать будем. Значит, можем не успеть к забегу прочитать, а без справки на забег не пускаю. Поэтому, когда эта акция всероссийская планировалась, никто подумать не мог, что гораздо сложнее будет пройти этот дерби по кабинетам поликлиник Магаданской области. Объясните, пожалуйста, почему у вас ничего не работает? Записаться в электронном, в цифровом виде невозможно. Очереди. Тогда понятно, почему такие результаты по вакцинации. Сотрудники медицинских учреждений утверждают, что установленные терминалы не подходят к новой системе электронных баз. Сейчас специалисты IT разбираются с этим вопросом. Сколько, значит, времени, значит, специалисты разбираются с этим вопросом? В течение месяца. А? В течение месяца. А когда вы обнаружили, что ваш терминал, значит, не подходит к системе БАРС? Насколько я знаю, систему БАРС внедрили еще в прошлом году. Сразу же обнаружили. Губернатор Магаданской области приказал разобраться с проблемой в поликлиниках Магадана. Я утверждаю, при таком состоянии дел, что деньги, которые мы потратили в прошлом году, потратили неэффективно. А вернее, мы деньги потратили, а отдачу не получили. Поэтому я вам даю неделю срок. Сейчас вы мне по этим вопросам разберетесь, напишите объяснение, почему так произошло, как вы меры принимали.